Творение, с которого, собственно говоря, когда-то началось вот это поэтическое творчество. Был такой момент, что когда-то я писал стихи, потом перестал писать лет на 8. Так получилось. И потом, когда они начались снова, то вот это вот было одно из первых стихотворений, которые начались тогда. Называется «Но блудный сын». Так я ничьим рабом не быть старался, что в плен попал в земле глухонемых, и привкус поролоновый остался в твоих, то жизнь моя, стихах переводных. Мне в уши ноют голоса чужие, и не видать лица ни одного, и я привык, теплые бока свиные, и жаль рожков, и рабства моего. Прошло ли 20 лет, вчера, сегодня, с тобой лицом к лицу стоял я зло, и из передней, как из преисподней, угарной вольность несло. Был май лихой, и пьяный, и зеленый, и ты в дорогу мне конвертов передал, но я тогда не верил в почтальон, и стиль эпистолярный презирал. А здесь хватает мне труда дневного, чтоб по навозу вилами писать, и не припомнить мне ни улицы, ни дома, и нет слюны, чтоб марку облизать. Все так, как есть, лишь иногда, ночами, в воды стекло стояло и гляжусь, и сединой, и горем, и глазами я на тебя похожим становлюсь.